итоги всех портфель-сессий будут выложены на нашем пресс-портале с картой и с точками. Я понимаю вашу иронию и улыбку, но вы гораздо это сделать, до этого никто этого не делал. Хотя Красный месяц существует достаточно давно, и, как я полагаю, что комплексно мы выдадим этот результат к весне 2021 года. Вот, и я очень надеюсь, что те ожидания на экспортный туристский поток ваши оправдаются, но вместе с тем наша задача на следующий год сделать максимально возможное от той критики, которую мы получили и конструктивно взяли в работу по итогам автопробега. Поэтому резюме по окончании всех